Такую сумасшедшую ситуацию с обилием Бэтменов можно дополнить еще одним весьма занимательным фактом. Если вы уже знаете, что Бэтмен 2, Бэтмен 4 и Бэтмен Возвращение Джокера – это одна и та же игра, то как вам понравится еще вот этот картридж? С виду обычная трехигровка, на которой среди игр Ниндзя Коты и Самари, мы видим название Бэтмен 2. Вроде бы все понятно, но на картинке ниже мы видим постер Batman Forever, то есть Бэтмен навсегда. Так может все-таки игра на Дэнди по третьему фильму о человеке и летучей мыши существует? Тем более, что в книге паролей такая упоминается. Но написано ведь Бэтмен 2. Давайте посмотрим. Мы включаем картридж, но в меню выбора мы видим уже название Бэтмен 4. На обложке Бэтмен 2, на картинке Бэтмен 3, а в меню выбора Бэтмен 4. Хорошо, мы уже знаем, что Бэтмен 2 и Бэтмен 4 это одна и та же игра. Но все еще непонятно, к чему там на картридже картинка из Бэтмена Forever. Вы заинтригованы? Что ж, включаем. И что бы вы думали, там окажется за игра? Первый, мать его, Бэтмен. Первый. Ну вот как можно догадаться, глядя на картридж и даже на меню выбора, что внутри здесь не второй, не третий и даже не четвертый, а самый первый Бэтмен? Давайте чем-нибудь другое посмотрим.